Власти начали расселять жильцов дома в шахтах, где произошел взрыв газа. Власти начали расселять жильцов дома в шахтах, где произошел взрыв газа 11 часов 41 минута. Знак авторского права РИА Новости. Сергей Пивоваров. Взрыв газа в городе Шахты. Знак авторского права РИА Новости. Сергей Пивоваров. Сочи. 14 января РИА Новости. Расселение жильцов из пострадавших квартир дома, частично обрушившегося из-за взрыва газа, началось в шахтах на время ремонтно-восстановительных работ, сообщает администрация Ростовской области. В понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты. Частично обрушились 8 и 9 этажей. Погиб один человек, семь спасены. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в части города Шахты, где произошло обрушение дома, введен режим чрезвычайной ситуации. 9 часов 28 минут опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в шахтах квартиры, которые разрушены, будут расселять, и работа уже началась. Также оценивается состояние других квартир на этих этажах и во всем подъезде жителям будет предоставлено временное жилье на период устранения последствий аварии, говорится в сообщении. Ранее губернатор сообщал, что будет проводиться ремонт квартир, пострадавших из-за взрыва. Также специалисты оценят состояние всего здания, строительной конструкции и необходимые меры по укреплению для проведения спасательных работ. Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости «Взрыв газа в жилом доме в Ростовской области. Знак авторского права РИА Новости». Сергей Пивоваров. Взрывом разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один из девяти взрывом разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров В поврежденных квартирах жили 12 человек. Два из девяти в поврежденных квартирах жили 12 человек. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров Семь человек спасены, один погиб. Погибшая оказалась женщина, чей ребенок выжил. Три из девяти семь человек спасены, один погиб. Погибшая оказалась женщина, чей ребенок выжил. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров Пострадавшего ребенка перевезли в клиническую больницу в Ростове-на-Дону. Четыре из девяти пострадавшего ребенка перевезли в клиническую больницу в Ростове-на-Дону. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. Эвакуированных жильцов разместили в школе. Пять из девяти эвакуированных жильцов разместили в школе. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. В той части города, где произошла трагедия, ввели режим чрезвычайной ситуации. Шесть из девяти в той части города, где произошла трагедия, ввели режим чрезвычайной ситуации. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. На месте ЧП работают около 230 человек и 65 единиц техники. 7 из 9 на месте ЧП работают около 230 человек и 65 единиц техники. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров для оценки технического состояния дома в шахты отправили диагностический комплекс «Стрела». 8 из для оценки технического состояния дома в шахты отправили диагностический комплекс «Стрела». Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров. После взрыва газа и частичного обрушения дома следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. 9 из 9 после взрыва газа и частичного обрушения дома следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 1 из 9 взрывом разрушены 4 квартиры на 9 и 8 этажах. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 2 из 9 в поврежденных квартирах жили 12 человек. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 3 из 9 7 человек спасены, один погиб погибшая, оказалась женщина, чей ребенок выжил. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 4 из 9 пострадавшего ребенка перевезли в клиническую больницу в Ростове-на-Дону. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 5 из 9 эвакуированных жильцов разместили в школе. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 6 из 9 в той части города, где произошла трагедия, ввели режим чрезвычайной ситуации. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 7 из 9 на месте ЧП работают около 230 человек и 65 единиц техники. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 8 из 9 для оценки технического состояния дома в шахты отправили диагностический комплекс «Стрела». Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров 9 из 9 после взрыва газа и частичного обрушения дома следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пивоваров.